Шутка про Бородину. Она вот сравнила свою 8-летнюю дочь с моделью. Это говорит о чем? Что у человека нет своих каких-то качеств хороших. Что она сравнивает свою дочь с кем-то, вместо того, чтобы сравнить с собой, когда она была маленькая, сравнить фотографии свои и ребенка, сравнить фотографии мужа, когда он был моложе, и ребенка. Глаза она унаследовала от отца, такие голубые. Она сравнивает свою дочь с какой-то американской моделью. Ну, это вообще нечто. И пишет: Белла Хадид в гости зашла. Это называется психолог с красным дипломом. Диплом выброси в мусорку.